1200 нарушений в сфере защиты прав предпринимателей выявили за прошлый год. Самыми распространенными остаются нарушения закона при проверке надзорными органами власти. Во многих случаях права предпринимателей восстановлены только с помощью сотрудников прокуратуры. На успешное развитие бизнеса негативно влияет ненадлежащая реализация полномочий субъектами инвестиционной политики, наличие отдельных административных барьеров в республиканской и муниципальной правовой базе. Для их устранения прокурорами внесено свыше 250 представлений на незаконные правовые акты, принесено 75 протестов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 176 должностных лиц. С вхождением в Дальневосточный федеральный округ у республики появились дополнительные меры поддержки инвестиционной деятельности. На форуме обсудили и ближайшие планы ее реализации. В сфере сельского хозяйства у нас планируется строительство тепличного комплекса в городе Гусиноозерск Селигинского района. В сфере транспортной логистики это создание таможенно-логистического терминала в поселке Наушки Кяхтинского района. Также строительство птицеводческого предприятия и создание производства трехслойного прочного картона это в Кабанском районе нашей республики. Проблемы, обозначенные на форуме, и итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с причастными ведомствами. Валерия Кратуева, Вячеслав Батоев, Новости дня.